Всем привет! Сегодня будем готовить простую и вкусную запеканку из сырого тертого картофеля. Получается своего рода большой драник с сосисками в духовке. Очень и очень вкусно! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Очищенный сырой картофель трем на крупной терке. Солим. Перчим, добавляем сушеный укроп, можно свежий, если есть, добавить. Вбиваем яйца. Вливаем молоко и хорошо перемешиваем. Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем туда половину картофельной массы. Разравниваем. Раскладываем очищенные от оболочки сосиски. И сверху закрываем оставшейся картошкой. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50 минут. Прошло 55 минут, наша запеканочка хорошо зарумянилась, можно ее подавать к столу. Вот и все. Вкуснейшая запеканка из тертого картофеля с сосисками готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.